Что они делают тут? Вот вот Владимир наш Александр с матушкой Людмилой бобы шелушат. У вас запись-то идет? А? Запись-то идет, нет? Идет, конечно. А то вы там несколько раз нажимали. Плохо сильно видно это, цифры. Это мы находимся на Саманном. А кукурузы площадки-то есть, нет? Не знаю. Поклевали, поклевали. Видите, вот приезжает на машину вот такую. Птица. Хорошо, удобно. Это сколько она нам помогла. Ребята сидят на деревьях. Вон какое дело-то. Сегодня уже 31 августа. А вон на зиму готовится, сколько отсюда видать. Богатая земля алтайская. Да. Урожай. Молотят, нет, барабаши? Нет. Пойду я посмотрю тогда. Они сейчас поехали садить смесь такую специальную на зиму. А на зиму которую? Да. Ну ладно. А потому что лёнгет сыроват еще, они пока отложили. Ну, может, вечером поедут, я не знаю. Но сейчас пока да, понятно все. Вот капуста какая. Листья громадные просто. А там внутри есть кощины, видать. Ну, немного кощины, видать. А это вот грядки длинные, здоровые. Вон их скрывается где. Морковка, две грядки. Это все Владимир тут с Пахмутовым Георгием, бывшим Юрием. Ой-ой-ой. Если сейчас вот какую-то грядку выкопал, на конца не видать ее. Вон заготовил. Я могу даже посчитать, сколько здесь. Это тут больше 100 метров. Да, не больше, ну, в общем, так. Метров 70 есть. Ладно.